Сейчас на этом месте работает тяжелая техника. Но уже совсем скоро здесь появится просторный тротуар и новые зеленые газоны. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самаре отремонтируют улицу Старозагору от Советской армии до Ташкентской. В этом году рабочие обновят участок от Советской армии до Нововокзальной. В 2020 году участок от Нововокзальной до Ташкентской. Выполняются работы по ремонту покрытия проезжей части, по замене бортового камня, ремонту тротуара с применением плиточного асфальтобетонного покрытия. Также запланирован ремонт газонов и средств организации дорожного движения. Старозагору ремонтируют по контракту трехлетнего жизненного цикла. Содержанием дороги и прилегающей территории будет заниматься одна подрядная организация. Благодаря такому подходу все обязательства по гарантийному ремонту в течение 5 лет будет исполнять подрядчик. Горожане, которые проживают в промышленном районе Самары, с нетерпением ждут окончания работ. Улучшить надо, благоустроить надо и необходимо, по-моему, это. Здесь мы живем, здесь нам очень хочется, чтобы было красиво. Сейчас ремонт на Старозагоре завершили на 10%. Рабочие закончили фрезеровать проезжую часть и справились с устройством тротуаров на треть. Уже в 2019 году на газонах заменят грунт и высадят многолетние травы. Подрядчик работает с опережением графика и планирует сдать объект до начала осени. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.